Всем привет! Как театр начинается с вешалки, так и любой дом с кухни. Наверняка и звезды именно там встречают гостей и ужинают с родными. Давайте посмотрим, как обустроены кухни российских знаменитостей. Мы привыкли видеть певицу Светлану Лободу при полном параде, в эффектных образах, гламурных нарядах и с ярким макияжем. А вот ее кухня, как видно на видео, уютная и даже в чем-то старомодная. Стиль мебели – Прованс, на шкафчиках патина, цветовая палитра пастельная. Умиляет и изображение цветочков на вытяжке. Чувство опытного дизайнера наверняка задевает мусорная урна, которая больше подходит для общепита, нежели для дома звезды. А вот техника на этой кухне весьма современная. Интересно, Светлана сама жарит котлеты на встроенной стеклокерамической плите. Другая сексапильная вокалистка Ани Лорак засветила свою кухню, сняв приветственный ролик для ТикТока. В этом случае все тоже спокойно. Кремовые оттенки, классический дизайн, каменная столешница и фартук неоднородно серого цвета. В целом кухня выглядит простовато и холодновато, но тут уж на вкус и цвет. Светская львица, телеведущая и главный редактор журнала Hello Светлана Бондарчук поделилась с поклонниками фото на собственной кухне. Интерьер вполне соответствует имиджу Светланы, выглядит стильно и современно. Лакированные фасады отражают свет, на столешнице ничего лишнего, только люксовая бытовая техника. Яркие цветы разбавляют серую цветовую гамму. Несмотря на обилие шкафов, в том числе и под потолок, пространство кажется максимально продуманным и функциональным. Хламу тут точно нет места. А чей интерьер вам пришелся по душе? Пишите в комментариях. Ставь лайк, жми на колокольчик, подписывайся на канал, впереди много интересного. Удачи!